Гори целлофанових пакетів, груди пластику і незвичайні перформанси у супроводженні часом апокаліптичного відеорада. І гета модне шоу, яке, як відзначають організатори, удільники і глядачі, не тільки і не стільки про стиль і естетику, хоча й об пригожих взаємоотносинах поміж чоловіком і природою. Сьогодні N-Models Fashion Show ювілейне. Лозунг «Ми любимо планету». А каждый раз на этом шоу мы пытаемся раскрыть какую-то тему. Мы поднимали много тем. На каждом сезоне это своя тематика. В этой тематике проходят все показы. Весь декор подстраивается под эту тематику. Строится площадка. В этом году тема нашего проекта – это защита природы, охрана окружающей среды. На наших показах, на нашем шоу мы пытались как по максимуму раскрыть эту тему. В концепции, в декоре. Адметность этого модного мероприемства у тем, что на подиуме фэшн показывают юные модели. Маленькие белорусы справляются с такой задачей выдатно. Легкие бадёры шпацируют по своих схемах, не губляются перед видео и фотокамерами. А еще уверенно отказывают на питание, ти подобается им такое стильное хобби. Очень. Ну да, я люблю моду. Да. 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 Мне так нравится, когда я хожу по сцене, столько много людей, и когда потом аплодисменты и так далее. У шоу примали удел не только белорусские дизайнеры, але и представники модного сусвету из разных краин. До речи, и само модное мероприемство и Минск покинули наилепшие уражения. Мы первый раз принимаем участие, как бы очень рада, что в Беларуси есть такие мероприятия, такого вот масштаба, да, что детки и вещи, и, ну, наверное, самый лучший представитель модели – это, наверное, наш ребенок, да, потому что, ну, столько эмоций, столько, ну, как бы надежд дают только, наверное, дети. Вы знаете, я очень сильно впечатлена, потому что я основной резидент всех российских недель моды, не только российских. И такого уровня организации я еще не видела. Мне очень жаль, что Россия опаздывает и не хочет вкладываться вообще в такого масштаба шоу. Я очень сильно была огорчена этой весной, и из-за пандемии, мне кажется, все срезали бюджеты, и это было... Ну, совершенно не массово. Это было как обычно. Это были обычные ходилки, а я всегда люблю шоу. Вообще хочу сказать, что мне очень понравились белорусы, потому что я в Минске первый раз. И как раз меня очень впечатлило то, что люди очень сердечные. Они всегда готовы прийти на помощь. Вот я ехала с несколькими чемоданами, и мужчин не надо было даже просить. Они просто брали эти чемоданы и помогали. И вот эта сердечность меня очень радует. Вообще от Минска осталось очень позитивное впечатление. Хорошая энергетика города, красивая инфраструктура, прекрасные дома. Я совершенно точно понимаю, что я буду приезжать сюда еще раз. Белорусские дизайнеры представляли свои коллекции, якія, шчыра кажучы, знаходят аматоров и сярод дорослой аудитории. Например, совместная работа Катерины Волковой и мастака Мия. Возрастных ограничений так таковых нету. Она как и для подростков, и для как и повзрослее, для девушек, для всех. Тут пиджаки, платья, юбки, штаны. Все расписано вручную, краска, можно с ней стирать, все будет хорошо. Я отталкивался от своих картинок, ну, от холстов. Коллекция называется «Наивность». Очень, на самом деле, очень хорошая организация, очень прекрасные люди, кураторы, все очень, на самом деле, очень. Звичайно, организаторы N-Models Fashion Show ладят так само и доброчинные акции. Подчас этого сезона собирали подарунки для Бягомельской школы-интерната. Юные модели ведают проблемы сучасного сусвета. Учиться допомагать и разважать. Донести до людей, что экология – это важно, то, что если мы не будем ухаживать за землей, это будут плохие последствия, и то, что земле может не стать, если мы не начнем этим заниматься. Мне очень нравится. Мне нравится то, что это не просто модные показы. Эстетичное выхование для детей – это не только основы дефиле, навыки фотопозирования и актерское мастерство. Это еще и история про допомогу, доброчинность и отказное ставление до новокольного сусвета. Мне подобается белорусская мода. Я люблю дефиле и нашу планету так само.